И, о, в этой станции, я помню, туалеты мыл. Я обратил на это внимание. Тебя государство само мотивирует пойти и купить в автомобильном салоне автомобиль. В книге твоей, то, что надо сначала недельку поездить и понять. Скільки можна вестись на аферу банків та держави? Читайте книгу «Фінансові БДСи» на Розетка та Print.ua. Тебе предложили купить машину по лимовской скидке, которая составляет, да. Напомни, сколько? Цена? Нет, скидка. Ой, не помню, 30% вроде от налога. От налога? От налога. Ну, это же скидка идет на процент. Ой, на налог, понял? Там как бы у каждого салона своя скидка. Ну, дело не в этом, понимаешь? Я как бы еще не зарабатывал даже таких денег, чтобы ездить на новой машине. Извини, я перебью тебя. То есть, другими словами, тебя государство само мотивирует в момент иммиграции, когда ты еще не стал на ноги, у тебя нету какой-то финансовой подушки, пойти и купить в автомобиле.